Вы смотрите реалити-шоу «Теперь ты в теме». Сегодня участникам предстоит первая тренировка. Я тебе уже ставил на прошлой тренировке петушок. Все, можете работать. Время уже 12 почти часов, никого нет у меня. Ни Уточкиной, ни Сони. Приезжаем сюда, значит, к 10 утра. Ждем 2 часа до 12. Беспредел какой-то. Они приезжают в 13, еще какого-то мужика тащат сюда. Макеев там наверху сидит, жрет свои пельмени. Я говорю, спустись, здесь классная еда. Сегодня мы для вас приготовили сюрпризы обещанные, потому что после прошлого раза многие были расстроены, то что как бы мало спортивного питания досталось. Вот для вас стоит целый уголочек. Сейчас будем вручать вам всем футболки определенные цвета. Это будет означать цвет вашей команды. Идем тренироваться в зал. Жестко. Вкусняшки. Вкусняшки достаются тех, кто выживет после тренировки. Каждый участник получил футболку с цветом своей команды и все необходимое спортивное питание на месяц подготовки. Жиросжигатели, омега-3, протеин, витамины и многое другое. Андрея Макеева. Сегодня мы начинаем нашу первую тренировку. Ребята будут выполнять упражнения, я буду за ними наблюдать, контролировать, где-то что-то корректировать. В принципе, они не совсем уж новички, как бы не совсем с нуля. Соревновательного опыта нет, но какой-то тренировочный стаж небольшой уже у каждого есть. Проблема с питанием. Я не сидела на сушке, и когда я отправила свой список Андрею Макееву, я писала все через запятую, потому что я питаюсь как нормальный человек. Я писала, что питаюсь там шоколадки ем, печенюшки, кашу, омлет, ну все. И когда он прочел это, он такой мне пишет: ну ты жрешь. Потом такой: на ночь картофан точишь. Сегодня прошла первая тренировка совместно с Андреем Макеевым и, собственно, с нашей командой. Тренировал плечи, хорошенько их потренировали, так как от плеч зависит, насколько мы будем хорошо смотреться на сцене. Акцент делали на средней и задней дельте. Дальнейший план я получил по питанию, по тренировкам. Будем отрабатывать отстающие части тела. Под напором тренера поменял категорию, хотел выступать в Men's Physique, но меня переубедили, сказали, что ноги достойные, что ноги жечь не стоит и надо их показывать, поэтому буду выступать в классическом бодибилдинге.
подкорректировали день спины, то есть там не хватало упражнений, было мало упражнений, и немножко подкорректировали питание. Сегодня раздавали спортпит. Всю линейку практически мы получили, и омеги, и жиротоп, и казеин, и изолят. В общем, все, что надо. Сегодня с ребятами провели первую тренировку. Всеми доволен, все молодцы. Работали с отдачей. У нас цвет команды – команда зеленых. Алексей Ишаев порубил наш цвет. Мы хотели красный цвет. Ну, так как они первые выбирали себе цвета маек, поэтому красный цвет достался им. Поэтому мы их назовем командой месячных. А у товарища Родина – команда голубых. Команда Сергея Родина. Запомните, теперь вы солдаты. И тренироваться мы будем здесь, пока не умрем. Мы будем уменьшать животы, качать плечи, делать ножки. А пока вы кто? Говно! Не слышу! Какашки! Теперь ты говно! И ты говно! Королева! Королева! Просто говно! Втяни живот, а то в Макееву отдам! Много спортивного питания, вот, это вообще очень круто, потому что сейчас диета, а там все без сахара практически, выручает вообще очень хорошо. Ну вот сегодня узнали то, что всем пузачам повезло, в общем, всем жирным, которые не готовы. На следующей неделе никто не выйдет из игры, вот, и у них есть еще время немножко расслабиться, вот, или наоборот напрячься, немножко пожечь свой жирок с пузяк. Так что удачи! Я сделала подход, и у меня закружилась голова. Ну, наверное, это из-за диеты, просто реакция организма. Сергеем вообще нелегко, жесткие тренировки, ежедневный контроль, каждый вечер созваниваемся, но с другой стороны это хорошо, он интересуется как состояние и исходя из этого дает программу на следующий день. Больше всего понравилась сама атмосфера сегодняшняя, потому что седьмой день сегодня у нас уже без углеводов, считай. Вот. И когда пришли сюда, здесь дух командный такой, настрой позитивный, то есть прям настроение поднялось. Команда у нас хорошая, сильно есть, конечно, человек, может быть, парочку, это мальчик и девочка.
немного отстающие, то, что им дается тяжело, это низкая углеводка. Все знают, то, что мы сейчас снижаем углевод немножко, тренинг становится интенсивнее. Кто-то не справляется, кто-то не может себя замотивировать и поставить цель. Непонятно, для чего им это нужно. Посмотрим, время покажет. Мне сегодня очень сильно запомнилось и хорошо запомнилось это опоздание других тренеров. И ожидание очень изматывает, как известно. Не было сил уже, мы лежали полудохлые на полу. Ну что я могу сказать? Моя команда трудилась как боги, рвали всех, а остальные там что-то еле пикали в зале. Сегодня я заметил, что Шаев с Макеевым немножко конфликтовали. Ну, какой-то у них маленький конфликт, как у девчонок там. У меня ногти синие, вот и красные, мальчики мне зеленые, мне желтенькую, красненькую. Шаев расплакался, сказал, мне только красные, потому что у меня, наверное, красные дни. Ну, а Андрюхе досталась жаба, а он зеленый цвет. Ну, а мои просто команда, мой цвет синий. Синий всегда впереди, а жабы все сзади. Даже догнать нас не могут. Команда Алексея Шаева. Ребят, вы все оттренировались, да, за прошедшую неделю. Возможно, по тренировкам, по упражнениям возникли какие-то вопросы. То есть сейчас мы выберем с вами 5 ваших сложно выполнимых упражнений и постараемся отработать с правильной техникой, чтобы вы запомнили и дальше уже работали без ошибок. Поехали! Огромный респект Шаеву, он каждый день обращает внимание на все мелочи, добавляет, все регулирует, полностью за всем следит и курирует. Ему, в принципе, понравилась моя программа. Немножко подкорректировали с питанием, сейчас жестко. И жесткий тренировочный график, что я и делаю. В нашей команде физики сильные собрались. Я думаю, что из команды Родина, скорее всего, выйдет физик. Да я не думаю, что у меня много конкурентов. Кто там? Из моей ростовочки один маленький парень, не помню. Есть один высокий, у которого плечи огромные. Ну а что, одни плечи, больше ничего. Как какой-то уродец ходит. Мне моя форма пока нравится, но она будет становиться только лучше. Я же все-таки занимаюсь, не халявлю. Каждый день тренировки, кардио, все по плану. Шаев молодец, расписал мне программу. Меня все устраивает, и, по-моему, я двигаюсь только вперед. Максимально растянул, сократил с выдохом. Нравится, я уважаю это как вид спорта, но сейчас, на данный момент, мне кажется, именно эти плавки, они как-то даже вышли, может, из моды. Раньше, если люди на пляже ходили все в таких плавках, то это как-то нормально было. Сейчас, откровенно, большинство именно в плавательных шортах ходят. И мода такая. И
Насчет этого как-то и там и позирование, и то есть не надо сильно напрягаться, что-то показывать из себя. Ты выходишь, и видно сразу все твои какие-то пропорции и сильные стороны. Опору держи на пятки. Вот, хорошо. Вверху поднялась и постаралась еще ягодицы сжать. Напрягай наверху. Вот, сжала. Я считаю, что Сергей Родин даст более жесткую нагрузку, которая мне необходима. Алексей Шаев щадит. Считает, что девочке можно и немножечко пойти навстречу. Сегодня был напряженный день. Была небольшая битва за протеин, за выбор цвета маек. Скажем так, мы немножко поступали жестко. Скажем так, силой взяли майки, силой взяли больше протеина. Но как бы бодибилдинг – это спорт единоличников. И как на войне, то есть ты должен воевать за себя, за свой протеин, отбирать его у ближнего своего, чтобы насытить себя. То есть всем раздал как можно больше, отжали майки. У Макеева отжали майки. То есть они хотели быть красными быками. То есть у них один индивид там заявлял, что у него горят глаза. Козлы. Козлы. Ну, наши крутые пацаны, а все козлы. Красные, вам не жить. У Макеева мэнс-физиков вообще нет. У меня один, и то, может, он в классику перейдет. А у Шаева почти все мэнс-физики с какими-то петушками. Команда Sony Nex. Привет, девочки! Сегодня у нас тренировка ноги-попа. Преимущественно мы будем качать верх ягодичный, чтобы у вас попа была высокая и красивая. Я считаю, что победительница точно я, потому что у меня вдохновение внутри, свет в глазах, азарт просто по всему телу. Я готова побеждать. Да я приехала сюда побеждать, и я знаю, что это только я. Извините все остальные. Понимаете, я когда приехала, меня сразу вот так вот взяли. Вот так вот хоп, просто и все, и взяли. Угу. Все поняли? Девочка из Тольятти. Следующее упражнение мое самое любимое – наклоны со штангой. Сейчас я покажу, как делать. Мне очень понравилась тренировка ног, она была жесткая, все показали свои красивые пятые точки и то, что есть над чем работать. Соня с нами, как со своими детьми, очень внимательно к нам, дает очень хорошие советы, полезные. Мы к ней прислушиваемся по поводу всего, по поводу питания, позирования. Не одну меня напрягает, конечно же, Сергей Родин, потому что он везде, он вездесущий, и он просто ведет себя как клоун. Конечно, я люблю очень веселых людей, позитивных, но он немножко перегибает палку. Команда Анны Уточкиной. Сегодня у нас тренировка ног, и начинаем мы ее с разгибания ног сидя. Сегодня был хороший день, нам выдавали спортивное питание. В прошлый раз нам выдавали амина, точнее, нам досталось, нашей команде досталось амина. Все очень устали, ребята уже многие пришли измотаны, отразилась на них работа тренеров.
не со всеми тренерами я согласна, как они их тренируют, воспитывают. Поэтому очень рада, что с Аней у нас мнения пока сходятся во всем. Ой, мышцы есть. Кто нас сказал, что я дрыщ, а? У нас есть две женские команды. Команда Ани, команда Сони. Я считаю, что команда Сони слабее гораздо. У нее девочки очень слабенькие. И мы их победим. Макеев, вообще не замечая ни его, ни его команды, такой, ходит очень тихий. Пришел, поел, ушел, в общем-то так. Шаев, ну, очень подозрительный тип. Вроде бы мудрый тренер, строит из себя, по крайней мере, но пока не поняла. Посмотрим, что будет дальше. Между командами чувствуется соперничество. Посмотрим, что будет дальше. Оставайтесь с нами. Будет интересно!